Боярки на свободе. Открывай, не боись. Я хочу сделать, короче, очень заявление такое сильное. Помните, я купила духи по карабам? Я их чувствую. Тут все ими пропахло. Я их ёбнула. Они у меня выпали из рук, и, короче, прикинь, там это реально... Треснуло. Треснуло, да, и отвалился кусок это, короче. И всё, эта хуйня вытекла сюда. Чёрт. Пахнет классно. Теперь здесь пахнет. Ой. Офигенно пахнет, да? Понятно, теперь просто офигенно пахнет. Я хотел их выпить. Ну что ты делаешь? Я себе обязательно куплю такие же в Калининграде, блядь. Настя, я пришел пожелать тебе спокойной ночи. Надеюсь, как ты, как мать нашей группы, пожелаешь мне удачи завтра. Я сейчас пить пойду с горя. А я знаю, что надо сделать. Я знаю. Надо еще туда чуть-чуть разбавить Джека Дэниелса, и будет запах вообще. Запах, да? Ночью будешь. Тресню, снимешь. Уснул? Задохнешься. Запахи, задохнешься нафиг. Пошли к нам. Да уснешь, Настя. Я же для этого купил, чтобы пшикаться. Ты сейчас себя пропахнешь, будешь. Вообще, да? И будешь целый год, да. А ты вот здесь вот макрон, там вот это вот? Я уже вытянул. Вытерла. Вот здесь. А, это паркет просто. Не знаю, здесь. Ты что чувствуешь? Я даже отсюда чувствую, как мои носки начинают этим пропитываться. Дымиться. Мои потные носки. Писец. Эх, Настя. Да, правильно, надо проветрить, Настя. Ну ты замерзнешь, блядь. Мы тебя согреем, если что, зови. Пиздец, я грустно. Мне грустно, можно убрать. Ну кто тебя просил брать сейчас эти духи? Я их выгружала. А, выгружала. А в стенку, да? Со злостью. Так это не надо. Такие же, Шанель даже. Номер 5. Блять, они сука дорогие, конечно. Да. А сколько они стоили-то? Они стоили 50 евро. А в городе они будут стоить 150. Я спорю, я хотел их выпить. Ой, бегать, пойди понюх, попыхай. Дышок. Хватит уже меня тут. Вообще, да? Обванивать. Не, обидно, надо за это выпить, блин, с горем, блин, всё. Надо за это выпить. Ну, блин, что за зверёк такая, раз? Это заяц-топотун. Заяц-топотун. Чупакабра. Это волк-лопотун, блин. Хлопотун. Пиздец какой-то. Хуёво. Это очень слегка. Мне купи себе ультравиолет, наверное. Зимний он есть. А причем он, сука, настоящий, он будет пахнуть 5 лет там. Блять. Мужики, приезжать плохо. Гейжил. Какой здесь металлист гейжил? Настя Кузнецова. Кузнецова или гей-металлист? Хорошая песня будет. Настя Кузнецова, гей-металлист. Настя, ты же сильно не грустишь, да? Сука. Пошла. Это смотрите. Скидзелонка. Это древний стиль, шаолинь. Давайте изобразим. Барабанщик. Звук там отключим на видео, короче. Я буду якобы налабать на этом. А вот и клип будем снимать. Зовут. Или давайте клип сделаем за духи, блин. Блять, по карабан, ёбаный. Я написала об этом в дневнике. О том, что их купила, и так рада. Так рада. И что, завтра напишешь, как ты сгулен? И пропустил целых 2 дня записи баров. Домашнее видео группы Сандал.